Привет, с вами Андрей Броскей. И Анюта. И мы продолжаем играть в Сому. Вообще, как бы Андрюха должен продолжать был один играть, но он уже просто не может выдержать эту дрянь. Куда ведет эта дорога? Тут можно обойти со всех сторон. Ходим по кругу. Спустились мы на самое дно. Да. Этой бездны. И, ну, тут мне, во-первых, нравится картинка, это раз. А во-вторых, реально очень страшно. Ошибка. Необходимая связь с Лумар. Видимо, здесь, конечно, веселенькая. Пошла вон! Да что же это такое? Прошу прощения, не знаю, что там голос. Да ну открой ты дверь. Она реально... Как-то страшная музыка. Журнал СПС. Я не знаю, что это такое. Спасибо, да. Значит, 2103 год, 08.03, прибытие, подпись Джулия Даль, Ричард Холланд, сбор образцов, медосмотры. Андрюша, Дашунька, Дашунька. Бракулька. Так, подпись Джулия Даль, все сделано. В этот же день, получается, прибытие отправлено, это, наверное, прибытие СМС-ка пришла. Эвакуация станции Тау. Смотри, тебя Андрюша, не выполнено. Аня. Аня. Да, меня Андрюша. Так, подпись. Кэтрин Чун. Доставка ковчега на станцию Фи. Подпись удалено. Что-то тут, короче, в итоге они нормально эвакуироваться не смогли, как я понял из этих записей. Тихо, не надо. Ну, присели чисто. Ой, еще двери. Окей, они закрыты, там вон. Это я музонии сыграл, что свои идут. Что просто тут всех напугает. Если страшно. Там нереально страшно, постоянно. Уже? У меня точно есть фонарик, я вспомнил. Попец, попенция. Это про меня. Не видать нифига. Сейчас я буду кричать. Зеленые кнопочки. И в дверку. И закрой ее за собой. Я боюсь просто, знаешь, за собой закрыть дверку. А тут будет, а тут будет труба реально просто. Что-то летает. Мне очень не понравилось, знаете, какой момент? Что за всю игру он один раз нашел оружие, один раз его использовал. Это было очень похоже на ружье. И выбросил. Он говорит, я не хочу никого убивать. Он, конечно, добрый, но тут он его... Тупой. Да, да, да. То есть есть, ну, в общем, отрицательный момент. Вот это что-то летает. Ой-ой. Да, вроде ничего страшного. Что за звук это был? Я не понимаю, почему он не хочет нормально открывать двери. Ну, потому что он под водой, и это тяжкое дело. Это карта. Warning. Fault line activity, strong torrents expected. Короче, труба. Ожидается труба тут всем. Ну, она, в общем-то, уже и произошла, судя по тому, что мы тут наблюдаем. 90% игры. Полезного было ноль. Просто две клочуги каких-то и по содержанию никакущие. Беспросветная тьма. Солнце. Вот, что тут пишут. Danger. Blue leads to tower, red leads to the... Оставайтесь близко к огонькам, ну, в смысле, к этим самым. Во, включили. О. Но мы от огоньков далеко отходить не будем. Красные ведут в Тау, ой, в Климбер, а синие в Тау. Ну, нам вообще в Тау, как бы. Ну, у тебя еще есть фонарчик. Да, не отходите далеко. Да и не собираемся. Я просто реально сейчас, когда начинается тут жара, у меня такая дикая паника. Я боюсь постоянно просто. Что-то я надеялась, что мне не будет страшно, но чувствую, что там уже... О, боже! Охренеть просто! Что за червь?
Короче, тут помимо... Это давай назовем ее Мокричка. Мокричка. Мокричка у меня там под задницей уже Мокричка. Там. Да-да, инструкция все та же. Просто что за потоки воды? Ну, началось, там было написано, что будут, как типа, ну, не буря, а сильные волны ожидаются. Вот это вот они, по всей видимости, и начались. Дверь хочу закрыть, бо вот этот Мокричка, блин. Андрюха истеричка после таких встреч. Да тут животные, глянь, там, гадости. А про Мокричку тут ничего? Может, на левой стене? Мне кажется, может, то и была про Мокричку история. Опись. Опись. Светящаяся искусственная приманка Анема 120 штук. Ага. Отражающая искусственная приманка Анема 80 штук. Сушеный кальмар 0 килограмм. Рыбные хлопья 0. Мелкая мороженая рыба 0. Вяленая рыба 0. Рыбы что-то все по 0. Короче, контейнер для живых приманок большой пустой. Маленький пустой и малый пустой. Короче, все пусто. Ничего не осталось. А есть еще журнал заданий. Наблюдение 134. Итак, 2103 год, 01.07, наблюдение 134. Использовалась приманка сушеный кальмар 1 кг 60 штук. Липа Немо камеры низкоуровневой Quad HDR. Результаты. Цель плащеносная акула, плащеносная, 150 сантиметров. Описание. Одна из редких акул приблизилась к светящейся приманке, обошла приманку кругом и съела сушеного кальмара. Вряд ли она часто плавает на такой глубине, это аномалия. Это окей. Наблюдение 172, давай все наблюдение посмотрим. Наблюдение 172. Использовалась приманка КЖП. Б. Синий марлин, 42 килограмма, 40 штук. Лип. Анема, средняя, значит, камеры средняя, Quad HDR, результаты, цель гигантский кальмар 1200 сантиметров, описание, мантия размером с человека, 170-200 сантиметров, примерная длина всей особи 10-12 метров, разорвал марлина на части стремительной атакой, быстро уплыл, как только мы включили свет. Очевидно, что перед нами еще одна особь, на которую оказал влияние утекший структурный гель. Частично покрыт чешуей, через мантию пробивается новосформированная костная структура. Ого. Да это жесть просто. 188 наблюдения. 2103 год, 09.01. Наблюдение 188. Использовалась приманка КЖПБ, 15 штук, СИП, Анема 25. А что это такое? Камеры, средняя Quad HDR, векторная светочувствительность. Результаты. Цель неизвестна. 40 сантиметров. Описание. Существа, обезображенные гелем, крайне агрессивные, нападают на все вокруг. По-прежнему трудно определить, как НИУ повлияло на их поведение, если не считать заметной агрессии и тяги к свету. Кажется, эти существа охотятся за чем-то, что отсутствует в этой экосистеме. Писос. Это стрёмно, то есть мелкие на свет реагируют. Еще пункт один. А это что такое? Горбатый кит. Что за графики просто? Поп-сайт, популяшн, может быть, я не знаю. Наверное, популяция. Что там дальше? Что она сначала уменьшилась, потом возросла. Просто графики зеленый, красный, синий, что они обозначают? Ну окей, кальмары. Error enabled load. Да, вот это страшная рыба. Удильщики, они ж маленькие. Все, ладно. Эти удильщики, наверное, и хотят нас схавать. Будут хотеть нас схавать. Че, кальмар? Не, гадость какая-то. Это хилка. Мы можем тут поправить здоровье, но пока что не планирую ее использовать. Я вообще стараюсь их не использовать, потому что мало ли. Мне не нравится фраза «реагирует это на свет». Это выход какой-то. Ну, какой? Наружу. Я боюсь, что тут нас и... Съедят. Я пошел назад. Там какой-то хрип. Пустите нахрен в комнату, он не запрыгивает. Калеченная ты, дурко. Красные ведут куда-то там. Сюда не с этой стороны. Синие,
Во как оно работает. Интересно, интересно. Но обратно идти не хочется после. Да, зачем нам? Нам как бы вроде только что писали, что нам на Тау надо, а теперь странно. Тут все закрылось. Ладно, ну что? Закрыл же дверь. Ну побежали, я понял. Побежали, вот по проводу. Но другого выхода нет. По кабелю какому-то. Это кабель интернета, Аня, все нормально. Он... Так, свет я выключил. Держимся возле фонариков, не держимся возле фонариков. Держимся возле фонариков, не держимся. Поближе. Это реально стрёмно просто, да, это. Они синенькие, как бы, тоже в канал. Тихо, спокойно, не смотри туда. Мне нравится вот этот поток воды, который дует в затылок. Если что, будем прятаться в коробку. Мне не нравится то, что ты сбиваешься с курса. Блин, тут вроде как... Чё? Я не знаю чё, но чё-то стрёмное. Чё-то там проплыло. Этот контейнер можно открыть с этой стороны? Нет. Ну мы вроде как спрятались, типа безопасная зона. Джой очень сильно вибрирует, когда он нас унесет или нет, вообще не понимаю. Прятник. Давай бежать дальше, пока это возможно. Непонятно, я думал, может ныкаться придется, знаешь, типа от потока воды в эти контейнера. Но даже с учетом такого сильного течения, ничего. Ты светом идешь? Ну я бегу вот по линии без. Или да? Не, без. Красоте. Откуда вообще такое мощное течение под водой? Там, конечно, было предупреждение написано. Чтобы ты не расслаблял просто булки. Фонарики дергаются, конечно, сильно. Какая-то фабрика. Ну мы... Ох. Загрузка. Наверное, сейчас тут будет трэш. Будут монстры, будут. 100%. Без них слишком скучно. Недостаточно энергии. Так, гнать вам банку, я пришел с миром. Вот еще раз хилка. Не могу понять, зачем тут хилки, если никто не нападал. Ну, то есть сейчас начнется. Какой-то провод. Гараж. Мараж. Это лифт был. Ой-ой. Ну давайте, рубильник, что делать? Я не пойму вообще, что делают эти рубильники. А, не дают электричество, окей. Это хорошо. Статус. Статус какой-то стремноватый. С таким статусом тут бы я сильно на базе не тусил. Я бы уже паковал бы чемоданы. О, давайте вспоминать, что тут происходило. Что там было за существо в лифте? This is Ian Peterson of Theta calling. I got a team with me, and we're about half a kilometer from Tau. What? How did... С тобой. You came in the climber? Listen, we're having a really hard time with this sector. Heavy turbulence is making it difficult to move forward, and the wildlife you got is absolutely rabid. The storm comes and goes. Instruments show the weather is relatively fair right now. You should move out as soon as possible. Stick to the lights. The critters should leave you alone. Угу, держитесь рядом с фонариками. Тогда рыбы вас не тронут. Ну, в общем, они отправились на Тау. И судя по вот этим разбросанным там кускам мяса и вот этим пятнам крови под водой, странно, это ж как надо было крови тут налить, чтобы она до сих пор не это. Чего вот сюда я выйти не могу?
В общем, держитесь возле фонариков, и будет вам счастье, говорит игра. А что за гадость там в лифте была, я не помню. От всех мы убежали. Не трогайте, убьет. Окей. Электричество. Оно и так под водой. Пусть как бы уносит. И уносит меня. Уносит тебя. В далекую зиму, снежную даль, три белых коня. Так, управление, что тут? Обсерватория. Станция «Спасибо, Итал». Обсерватория. Мальчок отключен. Станция «Мальчок отключен». Тау. Опа. Тау, мальчок включен. Ну, нам там что-то про Тау все вещали. Ой. Что? Ой-ой-ой. Уплыл без нас. А, он будет, наверное, чинить там или за ним. Что вообще делать? Там а, вернуть. Все, я понял. Этот маячок, мы за ним сейчас будем двигать. Это... Сейчас тебя прижмет. Не-не, мы аккуратно. Аккуратно, парень. Держусь. Я готов. Иди сюда. Не, я просто его боюсь. Это нормально. Нормальный пацак. Просто надо не отставать. Все. Так, друзья, назад. А статус? Невозможно получить данные. Отлично. Отлично. Ну, запускаем. Ну, придется за ним бежать. Потому что фонариков там нет, кстати. Ну, побежали. Он еще и так светит. Офигенно светит, ага. Будем держаться к нему максимально близко. Ты куда, дрянь? Ты чё? Он помрет скоро. Бежим за светом. Мы как это, знаешь, кошечки вот ага. Это. Ага. За лазерным лучом. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тут он тяжелее идет против течения. По-моему, труба нашему да, его схавала эта гадость. Что мне делать? По фонарикам. На нам по фонарикам. Нам по фонарикам. Какая-то пещера. Это видно, вот знаешь, это кидали, это... О боже, что оно дергается. Это группа, которая шла. Это видно, знаешь, вот эти вот, как да, они, фаеры какие-то там. Типа, да-да-да. Только странно, что они еще светятся. Тут он крови что-то под водой. Дофига осталось. Крови? Может, это не кровь? Ну, не знаю. Ну, я тоже думаю, что под водой как-то кровь не должна. Может, это красные водоросли? Это красные водоросли, хорошо. Ну, тут вот в этих пещерах... Нам и будут водоросли красные. Слушай, налево или направо, Ань? Аня. Вот это не направо. Значит, идем налево, да? Раз Аня сказала. Не, ну давай направо. Что ты сказала направо? А там более узкая дырочка. А тут еще развилочка. Направо или налево? Направо. Давай направо постоянно. Ну так мы по кругу будем топать. Так мы узнаем. Тут налево повернем, если что. Звуки мне не нравятся. Да, звуки не нравятся. Налево, налево. Тихо. Ой, подожди, там фонарики. Щек, звуки вообще просто ужасные. Да, Умброчка, это тот же перекресток, так. Налево. Мы ну, в общем, мы включили какой-то... Вот, на фонарик. Маячок. Мы включили на фонарик. И топали за ним, пока его не схавала какая-то тварь, и мы остались тут. Тварина там просто, там тварина огромная. Тварина? Это была макричка. Куда мы побольше. Вышли? Аня, что делать? Бежать на свет? О боже! Это удильщик. О боже! Это та дрянь. Просто удильщик. Это та дрянь, она идет за мной. Беги. О боже, ты прикинь, как она на свет нас выманила. Вот так это и работает.
О боже. Ну и чё ты туда идёшь? Ну нам выход. Ну может это не тот выход, там же ещё... Это не тот выход, который вот это единственный, это специально была подстава. Там направо куда-то, по... на реке я видел вдалеке. На реке? На реке. Эта гадость откусила бы мне голову 100%. Вот я думаю, поэтому шланг. Вон они, фонарики вдалеке. Нам бежать, просто на свет надо меньше, нам надо на фонарики, а на свет не надо. Так, есть контакт. Он же маленький. Убыльщик. Да ну ты его видела, там рот. Он страшный, но... Рот достаточно, в принципе, у него большой, чтобы откусить голову. Не видно ничего. Придумали они, конечно. Казалось бы, ничего не происходит. Так именно стрёмно. Да стрёмно просто. Я даже фонарик не включаю. Ё-моё! Кто там? Так? Ты чё, к нему не пойдёшь? Не пойду к нему. Фонарик. Фонарик не надо включать. Кто бежим. Это? А вдруг там... Да ну нафиг его! Они реагируют на свет, было сказано. Мы не включаем свет, мы просто бежим. Ого! Реагируют на свет. Я бегу. Да страшно было, не то слово. А когда джойстик еще колбасит, и ты просто именно такой бежишь весь. Тебя тоже колбасит. Да колбасит. Я просто я бегу такой без всяких мыслей. Тут тебе на какое-то тело. Что-то подозрительно. Что тут расскажет нам? Это кнопка? Кнопка. Открывайте свои. Сейчас там выползет что-то стрёмное. Да там стрёмное, по-моему, осталось за спиной. Главное фонарик не включай. Или заползёт. Блин, ну может тут что-то не? Какая-то инфа. Ты точно хочешь туда идти? Не хочу вообще просто. Вот, мы люк за собой закроем. Это Т буква, да? Тау. Тяжёлый. Тау, тау. Ух ты! Можно? Давай, проведите Omni инструмент. Доступ разрешен. Сильно микрофоном не его типа. От меня это не зависит. Ух, добрались. Хоть куда-то добрались. Ой. Аня, я так рад, что ты рядом просто, потому что это измена. Там что-то измена? Вода уходит. Вау! Ура! Хорошая видимая. Теперь мы будем видеть этих гадов. Ну что, пойдемте дальше. Лучше видимость плохая и не видеть ничего, кроме фонарика. Все равно вот это рыба. Такое да, именно. Ну правильно, правильно ты все делаешь. Как же приятно быть внутри. Да, приятно быть внутри. Dive room. Комната погружения, ребята. И тут просто он кого-то погрузили. Упс. Выход воды страшнее остального. Да, он громко просто звучит. Чё там, ну чё там? Да там труба, там кисель остался один. Чё тут? Кисель. Статус костюма. Сигнал потерян, сигнал потерян. Номер 3, экзоскелет работает. Геймсмат вернулся, говорит, что я соскучилась. Ага, да. Привет, Антоха, еще раз, да. Так, значит, костюм номер 3 работает. Это там, где кровушки? Ага. То есть он окровавленный где-то. Так это может вот тот парень, которого ты встретил. Журнал доступа. Типа так. Он и работает. Экзокостюм 3. И ходит 3. Там. Это Д. Есида. Кто это такой? Кутси. Там есть еще Кутси Эк 3. Кутси, да, вижу. Отслеживание. И каким знаком он показывает? Ага, понятно. На этот парень в костюме с Омикрона на Климбер Стейшн, видно, двинул и там и остался. А, да. А не, на Тауру, вот он мигает на Таус. Странно, я не понимаю. Короче, этот парень номер 3,
Он где-то тут на базе. И вот эта вот история нам уже рассказала, чтобы мы боялись просто до последней прожилки. Опа. Что случилось? Some failed evac story circulating at Omicron. Oh, God. Listen, son. We're on an important mission, and we need your help to operate the Omega space gun. When it's done, we can all head back up the plateau. But now we need to get moving. Of course. Head on through to the habitat. We shut off the front section to preserve power. All right. See you soon. Чё там, с кем они скоро встретятся? У них закончилась еда. Я не знаю, о каком Саймоне идет речь. Саймон говорит, пора погружаться. Блин, ну стрёмно, серьезно. Эти коридоры, боже, как я хочу дойти с Ому до конца. Я хочу домой. И просто закончить. Чё? Что? Плюс набирает давление. Можно водичка? Эту дверь закрыть? Мне не нравится этот звук. Сервисная станция. Там слева какая-то фигня. Давайте закроем дверь. Черная. Да слева тут гадость. Боже, я не хочу этого видеть. Это, глянь, разобранные напрочь роботы, головы у них оторваны. Это не к добру. Угу. Омнитул разломанный. Ой. Зеленая, это мы... У какая она здоровая? Ух ты! Это станция. Крестики. Красным это пройти нельзя. Крестики это трупаки. Желтые это двери, через которые можно, видимо, пройти. Я все равно с трудом ориентируюсь на этих Мышка. Картах. Ты можешь тронуть мышечку. Там можно тут вообще зажигать. Уи! Так, все. Хотелось бы какого-нибудь напарника. Но если бы мы кого-то встретили, ну, кто бы с нами живой был в игре, я имею в виду, то было бы не так стрёмно. Хотя если бы он голову нам оторвал потом бы попозже, то было бы стрёмно. Давай откроем, там мы, по-моему, не все посмотрели. Если бы он нам голову оторвал, то нам бы было уже все равно. Понятно, готовишься? К чему? Пугаться. К отрыванию головы? Да, да, давай. Тихо. Пожалуйста, тихо. Ты запомнил карту, да? Что за звуки? Ну, светится. Тут что-то было кому-то плохо. Тут, по-моему, до сих пор кому-то плохо. Ну да. Тут, кстати, есть это. Возможность выключить свет. Да? Угу. Ну как-то мы кругом, да, прошли? Угу. Ну, знаем, что тут не очень страшно. Да тут страшно везде. Очень, Аня, очень страшно хорошо, везде. Хорошо, как скажешь. Вот эту не открывать дверь, типа говорили. Но у нас выбора нет, кто-то бегает по этому подпу. Закрывай, уходим. А нельзя остановить процесс? Мама! Спрячься за угол и выгляни. Сейчас нас затопят. Вот эта дверь! Да, да, за угол, за угол! Да, спрячься! Да что спрячься? Я боюсь там, что со спины на меня нападут. Вот тут вот и начнется сейчас вся Говорит жара. Говорит Даша, что нужно идти на звуки. И выруби чертов свет. О, блин! О, суперный насос! Так, как он реагирует? Он нас видит или нет? Нет, не идет. Он нас видит. Может не смотреть на него? Ну да, конечно. За попку он. По-моему, да, все, труба. Он нас нашел.
и съел, что ли? И он убил нас, походу. Ну, мы не сразу дохнем. Он дальше бегает. И он нас опять найдет. Я не понимаю, как он реагирует. Стрёмный, быстрый парень. Вот пипка. Мы теперь хромые еще. Ну, я знал, как только давление выровняем, как только мы откроем эту дверь, начнется, блин. Там же еще какая-то дверь была. Тахилка тут есть. Ты что, не видишь, мне поплохело. Да, я думаю, тебе очень хорошо. Может, надо от него убегать? Выманить его куда-нибудь. Ну давайте подлечимся, то хромым. Почему она такая стрёмная? Эта хилка. Всё, захилились? Какое-то стрёмное. Всё какое-то стрёмное. Я не понял, как он реагирует. Вот. На свет. Блэд, он идёт сюда. Ты светишь еще. Да я сныкался тут. Я уже ж не вижу ни хрена. Я думаю, ж хочу светить. Господи, эти звуки, он рядом. Он опять за жопку тебя сейчас схватит. А он просто не поймал, как он меня видит. То есть как он реагирует? Непонятный противник. И как выбираться, если я ничего не вижу? Фонарик-то я не хочу включать, понятное дело. Как вышло? Совсем темно, ты не можешь повернуться, нет? Да я кручу во все стороны камеру. Он там рядом. Да он рядом 100%. Он, по-моему, меня он видит, а вот я его нет. О! Так, это будет наша точка отсчета. Это лампа. Что это за хрень? Вот он идет, мать его! Он идет сюда, по-моему. Да нет. Да как нет? Да мимо он идет, мимо. По делам идет. Каким делам-то? Магазин. Я не могу понять, я стою или сижу. Вот встал, вот сел. Он там, ну, сзади тебя, да. На жопке. Блэд, это не в ту сторону мы ломанули. Беги, беги. Да я не могу бежать, он же, наверное, и на шум реагирует. Ну да. Давай просто быстро. Ой, не быстро. Да, вот туда. Пошли. Он да пошел он нахрен, короче. Закрывай, закрывай. Мне кажется, он может открывать двери. До этого все могли открывать двери. Он тарабанит. Он зашел. И вот что мне с ним делать? Не могу понять, где он. Вот эта дрянь. Давай его рассмотрим. Да нафиг он нужен? Он бегает смешно. Он бегает стрёмно. У меня все волосы встали дыбом. Дыра. Это дрянь. Это тупик. Это дрянь. Дрянь. Откройся. Мне как... Чё так темно-то? Давай, ну давай! Не, ну нафига такое делать? Он нас найдёт сейчас. Он 100% нас найдёт. Сейчас, как тут? Он открывает двери быстрее. Знаешь что, можно выключить, по-моему, свет. Он... Какую дверь он ломит? Он в эту зашел. Ты глянь, какая сволочь. Я просто его, ну, я не знаю, как его пройти. Надо на карту посмотреть. На хериарту. Хериарту.
Не, ну они его реально сделали. Если он там компьютер, то есть ты за него не можешь даже. Нахеря? Вон он там стоит. Там открыта дверь. Ни хрена, у меня была она закрыта. Он зашел сзади за желтый, за желтый. Там, Даня, ты что творишь? Спокойно. Тут можно выключить свет, может он не видит, когда свет выключен. Давай замыкаемся куда-нибудь. Он тут? Он тут. Ну я типа сныкался. Ну, он меня нашел. О, он плохо выглядит. Он напоминает мне из этого, из фильма, из этого сериала. Демогорган? Демогорган гребаный. Давай смотреть, что тут. Исида. Так это все-таки Исида. Диспетчер он там, давай. Это мы ему позвонили. Давайте хит. Да надо хили. Ну, он сейчас убьет, если я не использую. Так, он один раз бьет, типа калечит, а второй раз он добивает, грубо говоря. Местная карта. Выйти направо и налево, блин, и бежать. Хрен. Выйти направо, потом налево. Это единственная, наверное, полезная история чего? Вывода. Что за это? Я могу типа его как от это отвлекать этими вызовами гребаными. Направо и налево там было вот так. И дверь. Которая будет открываться просто 20 минут. Бляха-муха, где он? Не поймал он меня, он меня видит. На меня смотрит, да, получается, или нет? Да? Ты же из-за того. Хрененный черт. Не, он на звук пытается найти тебя. Че тебя так колбасит? Ну, так это вот. Типа страшно? Наверное. Ты на себя бросил. А ему пофиг. Не, я кинул туда, на стекло, только ему пофиг. Дверь, наверное, открылась. Что будет, если посветить на него? Эй, Гарифан, ну чё там? Ну, ему нормально там стоится. Он просто озверел, короче. Ёпарасы, ты лянь там. Давай, я тебя поцелую. Да, он реально стрёмный петух. Который нас ненавидит. А мы тут похрамываем немного. Ух ты, лесенка голодная. Тут есть место безопасное. Вообще, я дышать просто. Ой, блин. Тут мне дышать тяжело. Он и по лестнице, похоже, сможет сюда подняться. Чем дальше, тем стремнее, по-моему. Это что такое? Я закрыл дверь. А что, мне получше стало? Или я все еще хромаю? Хромаю. А. Который меня слышит, говорит... Ой, эта лестница обрывается. Да, наверх уже не попасть. Ну ладно, будем двигать со сломанной ногой вперед. Ой, блин. Ну, здрасте. Ну так что ты кричишь тогда? Оглушаешь людей.
что это было? Ну, давай хилиться, потому что я калеченный. Да была какая-то хрень непонятная. Я просто... Чем дальше мы продвигаемся, тем просто страшнее и страшнее становится. Саймон. Чего? Может, я слишком много захилился раз, теперь меня уже зовут, пошли какие-то звуки. Закроем нахрен дверь, все равно туда уже не выйти, по-моему. Джон Росс. Удаленно заперто. Угу. Телевизор у них большой. Он, наверное, там сидит внутри Джона Росса. Спрятался. Может, мы ему шоколадку тут? Чё? Мы должны его остановить. Я не хочу никого остановить. Я хочу просто... Шоколадку хочу. Диспатч. Dive room, комната погружения, диспатч. А воркария мы отсюда пришли? Ты видела эту гадость? Да. А я тебе говорю, страшно. Тут страшно. Ага. Это галюны. Сторич. Кладовая, пора уходить. Что вообще это? Если мы хилимся, это плохо вообще или нет? В соме. Вот этот вопрос меня волнует просто всю игру. Это куда? Охренеть! Ёлка! Что оно живое? Это живая это какая-то Джона, гадость. Или кто тут сидит? Типа? Я не знаю, это кто-то спит, но он это мутировал уже в корень там вообще. Он просто именно в корень мутировал. Реально, как корень, да. Ну, полезного здесь ноль. Ладно, ближе мы подходить не будем. Закрываем эту дверь. Здесь, говорит, ничего нет. Как ничего нет? Тут он человек лежит. Ему плохо. No, we're out of sedatives. If we had a gun, this would be the time to pull it out. Did not expect it to end like this. Should have jumped the climber back to Omicron. Without the Ark. Forget about the Ark. No, you don't get to say that. It's the only thing left of value, you know that. Yeah. Promise you won't leave it behind. Well, I'll be dead one day. Then what? Well, better keep it safe until then. Don't want the WoW to take it, swallow it whole. I'm sorry, Catherine. It's okay, Ian. Just let it out. Let it all out. Ну что, откроем, посмотрим, кто там. А там нельзя. Нельзя? Нет, это я инфуш с него запитал. Какие-то плакатики веселые, хоть что-то. Радует глаз в этой игре. Понятно. Япона, матрёна. Лёшка. Лёшка, привет. Лёшка, мы свои пацаки, не это. С телефоном в руках. Ой, подожди, я отключил, по-моему, что мы делали. What the fuck did we do? Hey, try not to think about it. My whole life, I've been a good man. We messed up, Sarah. Мы все запороли, Сара. Should have launched.
taken the chance. There's time. Ivashkin says we could try again when things calm down. Антоха, ты пропустил просто, как нам разрывали пукан тут именно жесткие дядьки в коридоре. Рассказываю правду. Вот этот Лёшка загорает тут, может ножку ему пошекотить? Лёшке фигово. Ты шутник, да? Не, ну этот хоть голову не отрывает. Пусть валяется себе парень. Вот это что такое? Планшет. Вы вошли как Джаспер Хилл. Тета, все прошло хорошо. Весь персонаж, я еле читаю, у меня просто онемело лицо просто. А еле все постоянно отвисшее. В перепуганном состоянии нахожусь. Весь персонал просканирован и загружен в ковчег. Мы садимся на шаттл до станции Омикрон. Отбываем как можно скорее. Вы вошли как Джаспер Хилл. Дальше Омикрон. Эймс и ее команда радушно нас приветствовали. Сканирование прошло хорошо, теперь у нас большая часть команды. Тау. На станции Тау мы нашли 5 выживших. Они сидели там несколько месяцев без радиосвязи и нормальной еды. Нам удалось просканировать их всех, хоть мне и кажется, что их прибытие вызовет в ковчеге некоторые трения. Ведь они считают, что Омикрон их бросил. Будем надеяться, что они смогут простить друг друга. Фи. Все пошло к чертям. Мы не смогли организовать запуск. Возвращаемся на Тау, чтобы разобраться. Жесть, короче, жесть. На Тау они тут именно разобрались в это, так, расизм. Черные говорят, просто там шептали. Так. Что это такое? Ванная комната. Полицейников тут нет? Нет. И зубная щетка, вот интересно. Интересно. Он надо ей чистить зубы? Интересно, он хочет в туалет сходить? Смотри, что нужно сделать. Если кто-то пользуется зубной щеткой, мы его сейчас подколем. Какой кошмар, Андрюша. Так, все нормуль. Вот. Тихо, тут стаканчик. Вот же ж ты, засранец мелкий. Пользуйтесь именно нормуль-то. Кошмар. Ура! Ей, трехочковый. Так, ладно, я понял. Так, инфирмари. Тут есть какая-нибудь карта? А чё все двери закрылись? Я же все открытыми оставлял. Вот эту я оставлял открытой? Да, может, кто не заходил. А, я понял, вот парня этого мы закрыли. Оно поглотит все, да нафиг оно мне надо. Инфирмари и диспатч, и комната погружения. А с working area мы пришли. Ну давай, открываем. Ой. Вот как только начинают долгие коридоры, я сразу начинаю убегать. Комната погружения, давай. Тут начинает колбасить. Он не остановится. То есть он сейчас будет за нами опять бегать, а это что? Он наверх, он перебывает. Как переводится инфирмари? Я просто не знаю. Окей, Google. Ого, он ответил. Удаленно. Опа. Уходи, Нио. Я тебя не пущу и твоих тупых болванчиков. Инфирмари – это лазарет. Инфирмари лазарет? Да. Так, ну у нас два есть. Есть диспатч и есть комната для погружения. Ой. Это быстрый спуск. Андрюха ставил. Андрюха, если бы ты так спустился. Так, кажется, почувствовал хребтом, что мне нехорошо.
Ой. Мама. Чё, блин? Да тут опять он всем труба. Опять пошел звук этот нехороший. Терминал локет, терминал закрыт. Ну все, ну все. Ну сейчас будет труба. Я не знаю, трубей. Здесь или там. Пойдем мы там еще походим. Там, то есть это другой этаж. Мне кажется, это выход. Постараемся больше не падать с такой высоты. Вот здесь просто диспатч. Что такое диспатч? Отправка. Это что такое? После столкновения 12 января небольшие структурные повреждения, не работает радио. 17 января связь восстановлена на Омикроне и остальном Патосе 2, все живы. 3 апреля отказывает связь между станциями, зонды Лумар постоянно теряют подключение. Необходим срочный ремонт, пока не будет восстановлена связь. Тау не сможет вызвать подъемник. 11 апреля приходили инженеры по эксплуатации Волчек, Даль и Холланд. Установили распорядок посещений раз в 2 недели до тех пор, пока связь Лумар не будет снова работать на 100%. 13 сентября отдан приказ об эвакуации Тау. Мы все отправляемся на Омикрон. 15 сентября. Нас осаждают монстры. Радио не работает. Нам кранты. Окей. Нью это со структурным гелем. Хорошее завершение. Ух ты. Всех, короче, порешила. Передача. Смотри, Даша уже не выдерживает. Что он же делает суицид. Рулетка. Невозможно выполнить подключение. Куда я? Журнал связи, исходящий Омикрон Хербер, Омикрон, исходящий Омикрон Хербер, исходящий. Короче, они тут беседовали несколько дней. Не повод же убиваться. Дверные чего? Замки. А, мы можем открыть, слушай, комнату. Открывать. Каюта Эй, Рос. Ага. Введите пароль. И тут еще что у нас закрыто? Лазарет без персонала. О, открыто. Это ты открыл? Да. Пошли туда. Статус фи, это что? Тоннели доступа, это что такое? Тоннели доступа Фиотао нестабильно. Фи-центр. Площадка запуска окей, центр управления окей, сборка окей, станция полностью исправна. Фи-центр. КП Омега. Космическая пушка Омега. Гибкий ствол. Гибкий ствол. 7 километров 290 метров. Груз максимально 10 тонн. Скорость максимально 42 километра в час. Это из пушки, из этой нас должны на поверхность доставить. Ну, погнали. Проверим, что там. Не знаю, что нас ждет там наверху. Ну, раз получилось открыть, значит, надо проверить. Да, почти. На встречу смерти. Чё, блин, что так воодушевлённо? Ой. Ой. Хрена. You're different. А ты живой человек, ё-моё. А, это Рада. Are you human? Sarah Lindwall. Payload technician at your service. A rare sight, am I right? Whoa, I'd say so. You're the first normal living human I've seen. There's not many left down here. Most of them are up on the plateau. You mean at Omicron? Yeah. There's no one alive at Omicron. You've been there? I've been all over. The
power plant at Upsilon, the ruins of Lambda, the abandoned Delta, Theta. You've been to Theta? There's not a lot left of Pathos 2. And I'm the only living person. You mean I'm the last living human on the planet? I'm sorry. Who are you again? Simon Jarrett. Stationed out? Nowhere. I used to work in a bookshop in Toronto. Long story. Then what the hell are you doing here? I'm trying to find the Ark. Why would you? How do you know about that? I've heard it's the last hope for mankind. Damn right it is. Now what do you want with it? Take it to the gun at Phi. Launch it into space. That was the plan, all right. I've been guarding it ever since we brought it back to Tau. I just couldn't bring myself to let go. Tell you the truth, I don't have the strength to argue. And I certainly don't have the time to wait for the next sentient thing shuffling through here. Go ahead. Take it. Thank you. Can I get you anything? Do anything for you? You could kill me. Good one. I'm glad you... You serious about me killing you? No, I'd love to hang around here until I dry up to the size of a razor. Simon, this fucking sucks. А как она охраняла ковчег? Просто сидя на кресле? Да. Если бы я знал, что вы... Ух ты. Фотка просто леса. Не, ну у нее тут реально стрёмно. Че, можно поспать? Я тут это дреманут и нормально там подруга. Да не, ну хоть немного посидеть, передохнуть. Это реально единственное место. Что тут есть еще? Фотки еще природы. Много леска. Shouldn't we be doing something to keep you alive? Why? You're the last human. Just find it disrespectful to our entire history not to fight this. Sure, we have the Ark, but you're the real deal. Thanks. That's probably the best compliment I've ever got. But the truth is that the Ark is all we have. We'll have to accept. Да жалко ее очень. Реально просто. Это безумная ситуация. То есть она сидит. Вот тут отключить статус день 312 статус ковчега. Ковчег мы можем забрать. Тут что у нас? Интерком, диспетчер, реактор, лазарет, кабинет Оклера. Мы можем, ну, давайте мы оставим напоследок как бы забрать ковчег. Может, если его заберем, что-то начнется. Ой, шторочка. Баночки с травкой. Я думал, это у нее нунчаки тут на полке. Нунчаки. Тут хавер какой-то. Ну, я бы не ел бы. И я думаю, если она предложит нам перекусить, стоит лучше отказаться. Перекусить. Да все, хочешь умереть? Сейчас мы тебя... Забираем ковчег. Please don't leave me like this. Knock it out of the park. Ну все, по-моему, больше ничего нет. Ладно, давай. Подруга, прощай. Would you stay with me, please? Вы можете со мной побыть? It won't be long now. Please just stay. What a crazy thing this was. Life.
At least I won't have to turn 30. Right. Не исполнится. Я думал, ей все 70. Wish I could have died at home with my friends. Have you ever been to Greenland? It's very beautiful. Это, наверное, фотки у нее в Гренландии. Well, at least when you get out of the city. Nanoq is busy, and yes, there's like 12 million people trying to get around, but it's a great place. Or rather, it was a great place before the comet ended it all. You know what? I prefer it this way. I liked Paphos. Liked my colleagues, Ian, Nick, Jasper, even Catherine. People thought she was weird. Что-то долго она умирает. Какой провод там дернуть? Андрюш. Так, я все понимаю. Ну, тут установки. А я здесь есть. Все нормально. Я тут, Сара. Don't let them die. Okay. Send them out there. To the stars. Блин, ну момент очень эмоциональный, я понимаю, но просто реально, тут стрёмно. Она еще так долго разговаривала. Мне очень жаль, конечно, что она померла, что она последний человек. Black box is inactive. Probably found a way to switch it off. Угу, черный ящик не активен, наверное. То есть она не записала свое сознание, получается. Но больше здесь ничего как бы нет, кроме фотографий природы, это какая-то Гренландия. Включить мы, естественно, не можем. Жизнеобеспечение снова пора валить. Это что такое за кнопка? Вместо зеркала. Отдача хавчика. Да. Ну что, Сара, покойся с миром. Все, погнали. Нам еще. Привет, Висет. Привет, Вайс. Приветик, компакт. А, по лестнице мы не сможем с этой дрянью? Или сможем? Нажмите, чтобы вызвать лифт. Нам лифт вниз приехал. Спустить эту фигню. Куда нам нужно? В инфирмаре? Мы здесь и находимся. Угу. Нам надо, наверное, положить ковчег. Может, его вообще не стоит отпускать от себя далеко? В комнату погружения, правильно? Там же ж, по-моему, выход. Наверное, наверное. Сейчас нас будут. Уже кто-то там лезет по вентиляции. Ну, как раз по причине того, что Дарья к тебе доброжелательна, я... А какая дверь была? А, она до сих пор закрыта, вот эта. Ну вот. Да, там же нужен пароль. Джон Росс. Ну интересно, что там, кто там? Что там, что там? А где можно, интересно, найти пароль? Как-то я про пароль прям особо-то и не думал. Это, видимо, холодильник какой-то с напитками там. О, пожалуйста, свет. Да будет свет. Это парни просто... Они потому что читать не могли без света, поэтому им тут поплохело. Блин, ну она реально прям стрёмная ну. Ой, от начала до конца. Ладно, где это? Боже, эти ляпасы еще. Ну что, в дайвинг рум? Пошли. А где комната? Подожди, там было управление, common room. А. Тут
Вот оно. Не этот. Можем его оттуда достать. Тут не можем. Ладно, ну погнали. Так ты его спустил вниз? Да, я сразу его отправил в комнату погружения. Я думаю, так просто нам не дадут, конечно, с ним выйти. Сейчас нам тут придется еще поморочиться, да. Вот водолазы нас еще встретят. Ну, с Богом. Что там, нет паролей? Нет, не вижу. Ой, сейчас будет трубить. Ой-ой-ой-ой-ой. Валим. Или это нормально? Да, нормально. Нормально. Это нормально, а я ковчег отправил с перепуга. Иди сюда. Ух, ковчег купил. Вода не прибывает? В принципе, я-то водолаз, чем мне бояться? Мы в костюме. Водолаз, блин. Опять куда-то отправляем. Проведите омни инструмент, окей. Нет груза. А, понял. Тут есть какие-то опции. Пользователь Кейчун. Прикрепить. Там крюк стопудовый. Груз закреплен. Опции. Ошибка. Чё? 94. Нельзя опции. Может открепить, потом опции. Так просто еще и не увезешь его отсюда. Я бы его в руках тащил. Прикрепить. Окей. Снаряд. Так, чего? Ковчег 001, тип головная часть. Снаряда вес 20 килограмм. Что, чем они недовольны? Ну, тут есть какие-то кнопочки. Да что запускать тут? Нифига не запускать. Запускай. Ой, дверка закрылась. Ой, все начало лагать. Цепляйся за груз и поехали. Разница давления, неисправность механизма заполнения. Последовательность остановлена. Невозможно выровнять давление. Мне надо что-то сделать тут. Ну давай, инженер, работай. Да, нет, тут что-то не это не катит. Может вручную покрутить что-нибудь. Уай, блин. Ага, тут что-то. Да-да-да, вот где рука? Сейчас мы заполним тут все водичкой. По нашему. Водичка. По старинке. Ой. Ух. Поплыли. Этот Вайс все пытается выяснить, кто у тебя на стриме. Ему отвечают, а он не врубается. Это специально он так делает. Фу, блин. Так, груз висит. Мы тоже. Так, 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 что делать? Наверное, двигать за грузом, правильно? Спрашивает, да, а эту штуку в воду не опасно было? Это ж ковчег. Он вот плывет. Быстрее, быстрее, двигай. Куда? Что-то медленно, медленно мы ползём. Тут дело в том, что не в медленно дело. Тут дело в том, чтоб нам... Турбень не достало. Да, не встретились просто парни агрессивные. Вот это что это? А это пробираться тут.
Оп-оп-оп, ковчег ускорился вдруг. А нам стрёмно. Ну, вдруг он начал как-то быстрее двигаться. Ой-ой. Конец. И что нам делать? Ой. Может, как-то туда? Говорит, мы уже близко, быстрее. Чё вообще? Я боюсь, что сейчас за нами кто-то придет. Сюда нельзя? Можно? Я пошутил вообще. Нифига. Оказывается, ты именно. Можешь лезть по дырам. Он просто полез в эту дыру. Свет выключи. Какие-то стрёмные места. Да как же свет выключить без света? Я тут вообще. Тут так светло. Нифига не видно. Нет. Конечно, красивые там кораллы, все это дело. Кораллы. Звуки странные. Звуки стрёмные. Блин. Говорим, Дарья, куда-то направо надо было идти. Да вот бежим уже. Что по кругу бегаешь? Не, походу. Здесь все и пошло наперекосяк. Саймон, станция Альфа. Блин, а я сюда еще и ковчег заслал. Это отсюда, что ли, вылезла эта гадость? Ну, раз он говорит, что пошло все наперекосяк отсюда, так, наверное. Балет. Просто в шоке, чем они тут занимались. Ой, на чем этой они станции, только не занимались. Что тут именно такая жопа творится. Тут, говорит, и все, и пошло наперекосяк. С мониторов киши. Так. Каску надеть. Раз именно. Правила безопасности. Да, соблюдаем. Я понял, а где ковчег? Пошло наперекосяк. Я в шоке. Я в шоке просто от этого мира, от этой игры. От мира этой игры. Вы оба пугаете больше, чем игра. Ну. Так вы посмотрите просто на это, как тут. Что, блин, за фигня? Что это за хрень? Левел 2? 7. Это второй уровень, а седьмой? Ну, вроде было. Оказывается, 7. Тут уровни есть в этой игре. Уже скоро. Уже скоро смерть. Чтобы ты остановил меня. How? The enslaved protein sloshing around your suit is the noose from which the wow will hang itself. What are you talking about? As soon as I came to an Omicron, I tried to tell them to make the toxin that would make the wow with. But they didn't understand. They put it inside the cabinet. It's so infuriating. They needed to take it to Alpha, the fountainhead of the misery we created. And then the girl, she figured it out. She was going to take care of it, but the wow shrieked. They all died. You took the gel from the cabinet and made yourself into a venomous snake.
You're saying this toxin inside of me can kill the WoW altogether? You are the snake, son. Ты змея, Саймон. Чё? Рази его в самое сердце. Чё, блин? What the hell is that? The heart. It controls all the structure gel on Pathos 2. All you need to do is poison the imprint, and the heart will unwillingly spread it across Pathos 2. Kill it. Последняя хилка. Feel it, Саймон. Push your arm into the heart. Что делать вообще, ребята? Бежать! Бежать! Запускать руку? Давай, начинай. Или пойдем отсюда. Или это Нио нас разводит. Мы тут хилились всю игру подобными фигнями. Тут есть выход, как бы. Мне... Take it easy! Я боюсь просто, что если я выйду, ну то есть тут как бы тут либо подвох, либо это. Давайте подсказывайте, какая есть инфа. Back off, okay? Сколько концовок в игре? А ну посмотри. Окей, Google. Тут какой-то стрёмный крестик нарисован. Ну давайте подсказывайте. Починим. Анюта, давай. Починим. Сколько концовок в игре? Засовывать руку, ребята, ну пишите, что делать. Я просто весь... Я в шоке. Или бежать дальше, вот там дверь есть. Вот. Тут одна концовка. Ну давай. Спасибо, Дашуль. Давайте. Ой. Стрёмная фигня. Откусит руку нам. Чего? Ой, это этот монстр, который схавал, помнишь? То как ты его назвала там? Маячок. Червячок. Макричка? Макричка это была. Блин, ну чё, наверное, все это и фигня труба, побежали отсюда на нафиг. До свидания. Попрощались, посидели на дорожку. Да без руки уже. Ну, есть подозрение, что он особо не воспримется, наверное, тем более. Что происходит? Сломался. Ой, он не сломался, эта гадость бежит за нами, давай. Какая макричка. Макричка у меня там на кресле под задницей уже все. Бежим, короче. Вырубаем свет. Вот она, эта гадость сверху. Что делать? Там была какая-то дыра зеленая. Зеленая дыра, посмотрим. Это мы можем тут ныкаться, видать, от макрички. Но мы без руки. Ой-ой. Ой-ой. Я не знаю, бежать или не бежать. Как вообще бежали, работает эта побежали схема? Может, надо прыгнуть? Вот, нафига я прыгну? Нет, она откусит мне голову! Нет.
съела макличка. Надо было как-то мыкаться, видать. Так. Она тебя хромого сделала, да? Да, да. Куда бежать? В какую сторону? Не пойму. Нам надо по синим, правильно, не по красным. Вот она опять, эта макличка. Нам в другую сторону. Тут надо просто ныкаться между вот этих обломков. Она тогда не может нас укусить. Вот так вот. Ну, сначала я не допер этой фигни. Но тут большие расстояния, я не пойму. Может, она на свет еще не это самое. Блин, конечно, когда она куснула, теперь вообще тяжковато. Да ну застрял, он зацепился ногой. Ого. Макличка. Она красивая. Не понимаю, где ныкаться, или возле фонарей, или как. Она то ли боится свет, то ли не боится. В ту ли сторону я бегу. Она, когда меня потрепала... Нет, все, вставала. На этот раз она, наверное, все-таки откусит от нас кусок такой величины, что двигаться мы уже особо не сможем. Да не, она опять нас бросает. Она... Что она делает? Она нас съест, вот что происходит? Мне надо нажимать какие-то кнопки, чтобы выбраться? Мне кажется, я его съела. Да, такое впечатление, как будто глюкнуло. Ничего не происходит. Там нет контрольных точек и все такое. Похоже, сломалось. Давайте сделаем вот так вот. Блин, ну надо, наверное, сохранить и выйти. Но мы во рту окажемся у нее. Да, попалась. Я просто, если сохранимся, мы и будем во рту у этой гадости. Ну вы же понимаете, что произойдет. Если просто выход без сейва, тогда еще, по-моему, хуже будет. Ну а что делать? Назад пути нет. Но если, конечно, игра не глюкнула, тогда он должен выпасть у нее изо рта, даже если мы во рту у нее появимся, правильно? Давай по новой. Станция Фи, он ковчег отправляется на станцию Фи. Там у нас было красные и синие огоньки, я не запомнил. Синие вели на Тау, а красные... Климбер. Климбер. Блин, интересно, где нас загрузят? Хотелось бы, конечно, просто уже на станции Фи. Ну, более-менее, окей. Пораненный, но не зажеванный напрочь. Давай. Вон там у нас хилка даже есть. Вау. Так что мы сейчас будем снова спортсмены. А второй руке плохо.
По синим огонькам бежать или по красным? Синие, к Тау, там, где мы были. Да вроде что уже типа сюда бежал. Куда сюда? Вот туда. Разве нет? О, еще точки. Да ну блин, я ж сникался вроде как от нее. Вот там дрянь. Она мимо проплыла. Там уже выход был. Но она б догнала, если б я ровно к двери побежал. Давай, ползи. Что-то я не вижу выключателей. Пошла вон. Пустите! Пустите, блин! Там гадость. Без руки, короче, без ноги. Какой режим ожидания? Потрепанный весь дым. Это к этому парню мы вернулись. Да! Это еще лучше. Веселее. Только шума. И ради чего? Блин, мне реально с этим, если это... Ну, парня мы оставили позади, мы с той станции. Что за свет? Five, right? Так, это Фи, как Чех уцелел, он надеется. Комната управления, тут может быть еще где-то хилка есть. Здрасте, есть у вас хилка? Откройте шифонер, я свой. Я хочу врасти в корни. Да на Фи там глюк был показан на кадрах. Я думаю, тут тоже все хреново максимально. Деваху же давай вставим, что там. Привет. Катрина, Катрина. Крис, what the hell happened to your arm? Что с рукой? It's complicated. I just need to know one thing. I'll have both my arms in the arc, right? Yes, of course. Are you okay though? Can you do stuff? Yeah. Let's just get this over with. Did you find the arc? I did, but I kind of lost it on my way here on an automated tram thing headed to Phi. So it should be around somewhere. That's great. Let's go get it. Так, она активировала нам эту богадельню, фу, в которой мы добирались, там, в которой мы... Phi is up and running. А я в шоке. Did you find out what happened to the ARC team? Not really. For some reason, they didn't go through with the launch, so they took the ARC back to Tau. I hope everything's okay with the space gun. Yeah, I doubt I'll be able to repair one of those. Карта по... Япона, мама. Ну, тут явно что-то еще. Тут еще бегать нам. Что у нас тут еще есть? A satellite is loaded into a shell. The shell is accelerated by electromagnets along the barrel. Enough momentum to escape Earth's gravity is gained before ingression. Reaching space, the satellite will shed the shell and unfold. Onboard thrusters settle the satellite into an orbit. Это печальная история на самом деле. Должна тут произойти. Тоннельный транспорт. Ага, он груз красным отмечен, ну там оно и желтым. Ковчег фиг знает, где находится. Лень нам там петлять. А мы зеленая точка. Деятельность. Неверифицированный визит он был. Запуск ковчега, последний визит.
Так что, они запустили ковчег или нет? Да ну, я радуюсь просто, что они за журнал запуска. Неделя 488. Проект Таст SX. Владелец Хаймацу. Тип орбитальный грузовой корабль. Запуск 2102. 12-19-13.00. Задание выполнено. Проект Эндо. Владелец Луна Проспектс. Тип спутник для удаленного зондирования. Задание выполнено. Короче, запустили. Неделя 489. Хаймат. Тип оборудования грузовой корабль. Задание выполнено опять. Индийская Федерация. Орбитальный грузовой корабль и Зентравер Дюкер. Там еще какой-то разведывательный спутник. Метеорологический. Орбитальный грузовой. Так, спустя 10 лет безупречной работы космическая пушка Омега прекращает работу. Нашим планам смог помешать только апокалипсис. Вик Оклер. Короче, вот так вот. Они запускали. А потом апокалипсис. Вот этот вот, гад самый стрёмный. Да? Ну там красным крестиком, типа трупака, это значит, он будет бродить вот этот. It's May 11th, 21-04, 3:30 a.m. But I don't remember when we started. Серьёзно? Так, что? Что? Она сознание загружено. Это что такое? Лендинг док. Погрузочный док. Блин, вот это, конечно, хочется залечиться. Он реально... I woke up in my bed today. It just happens to have happened 100 years ago. Sounds like a riddle. It does. I woke up in my bed today, 100 years ago. Who am I? Who am I? Кто? Ты же Кичан, видели мы такой фильм. Хуэмэй, так, что, поговорить с ней нельзя, они так просто болтают. Ну что, в лендинг док сначала? Погрузочный. Пошли. Куда-нибудь уже. Хромой, калеченный, без руки, как он по лестнице будет? It's crazy to think where I am. Not only is this the future, it's in the middle of the sea. I know nothing of this time or what the world долго looks будет like. Лезть. Сюда пойдем позже. Before the comet, I guess it was okay. Yeah. Better not oversell it. Might change my mind about the Ark. You seriously not gonna tell me what happened to your arm? I had to make a quick stop at Site Alpha to help kill the WoW. What? How? Why? Stop it from torturing the memory of humanity. Okay, let's just get back. Это выход, что ли? Mm-hmm. Еще один. Получается, тебе... Это запомнился, да, в лайн. What's the first thing? Mm-hmm. Make sure the Ark is safe, stabilize flight path, activate solar panels. What's the first human thing you're gonna do? Oh. Watch the clouds roll by? Does that count? I'd say so. О боже, он меня так напугал под конец. Ковчег. Что-то его немного... А, нет, это не ковчег. Или это ковчег? Нет. Это какая-то часть ракеты, по-моему. Блин. А тут еще стремнее, чем было раньше. Хоть тут и светло. Ну вас в баню. Длинные коридоры — это самое страшное в этой игре. Антоха, он вернулся опять, я смотрю. Тут электричеством нас может шарахнуть, написано. Это что такое? Without safe birds. Я не знаю, для чего нам это пока что штука. Она, видимо, отвечает за какое-то электропитание. Вот это длинный коридор, пропитание. Да? Да. Пропитание. У нас тут хилка. Что, будем хилиться? Да. Ты как собрался со мной в Bloodborne играть? Та Bloodborne, она ж не стрёмная, она атмосферная. А тут игра атмосферно стрёмная. Угу. Угу. Понятно. Ой, кровь. Кому-то тут не повезло.
Так, кровь тут, блин, это просто кровь. Это именно тут как стенки. Это... Чё, так это же это просто потому, что он бегает, бедняга. Подальше. Присядь. Привет! О! Вот он, ковчег, есть. Found the ark. Good job, Simon. Now we just need to find the assembly space so we can stuff the ark into a shell. Камеру сборки? А чё так темно стало вдруг? Потому что ты забрал этот пульт из... электричества. Из той комнаты, да. Может мне забрать его назад, оно он может, или он одной рукой носит? Ну, второй он уже не возьмёт, думаю, ничего. Да, его как-то можно будет забрать, только надо сначала положить ковчег. Не пойму, куда его положить. Ты его не можешь просто бросить куда-то? Нет, он так его просто не ложит. Наверное, вот здесь мы его должны положить, нет? Тут электричеством его не шарахнет. Не сюда. Я боюсь просто, чтобы электромагнитные какие-нибудь поля его не запороли. Наверное, тихо. Наверное, вот сюда, в этот коридор остается нам только идти. Ну-ну. Ой-ой. Там гаечный ключ. Размазаны мозги. Doesn't that defeat the whole purpose? Eternity among the stars, remember? The people inside the Ark won't know the difference. We can just keep it down here, and we don't have to risk the Ark being shot through 5,000 meters of broken barrel, and then push through another 100,000 meters of a dust-filled atmosphere. Will the casing stand all that pressure? Well, the odds aren't great. Catherine, say something. I don't care what you think. I'm launching it. No need to be like that. Let's just hang on to it for a while and think about it. We can launch it later. No, that wasn't the deal. We needed to save them. To launch it. Out there, it's hope. Down here, it's a fucking terrarium waiting to die with the rest of us. Come on, Catherine. It's not asking much. Let's just think about it before we risk the only hope humanity has to survive this hell. No, we launch it today. This is my project, my ark. It's bigger than that. Don't you get it? It's not for you to decide. We're talking about the fate of mankind. Get away from the ark. I'm taking it. No, you're not. Ага, вот он и заборол. Вот тем гаечным ключом. Stop it! Guys, calm down. Get away from me! No! It was an accident. Catherine, talk to me. Catherine. PCS. Oh God. Catherine. Did you say something? It's you. You had an accident. What are you? Oh. Ah. You mean Catherine? Don't worry, it's better this way. Понятно. Ее зафигачили, что за фигня? Тут тоже надо будет электричество подключать. Куда ложить ковчег? You got into a fight with your colleagues. They didn't want to risk launching the Ark. Thought it might not make it through the atmosphere. They killed me? I'm sure it was an accident. They were just trying to stop you from launching. I think I found the assembly space. What do you see? It's like a huge open shell, a bullet ready to be loaded. That's great. All prepared for the Ark. On me. How could they kill me? Catherine. I know I'm not an easy person to like. I just thought they trusted me. Come on, don't do this to yourself. Писец, жалко мне ее, да, ее забили. Это наша подруга, которая во мне туле. Так, ну что, Кэтрин, надеюсь, ты не встанешь и не укуснешь меня за попец. Давай так договоримся, ты будешь тихо, смирно лежать. Did you have friends in Toronto, Simon? А мы заберем спокойно. There was some. Jesse, Sean, Kevin. I always wanted a friend.
Like a real one, someone you'd never hold back with. I'll be your friend. Oh, pity friendship? Now I feel even worse. Do you think the Ark will make it through the atmosphere and into space? It almost doesn't matter anymore. We just need to try. If we burn, we burn. If we're lucky, we just gave humanity a new chance, a whole new era. With the Ark on Earth, maybe we have a few decades of power to keep it running. In space, maybe thousands of years. Still, one hell of a gamble, though. This was never about certainty. It's about hope. Что я хочу сказать? Я тоже играл в Outlast, но немножко другого плана игры. Тут такой, блин, необычный сюжет вообще, вот он меня интригует. Заставляет двигаться вперед, но игра, блин, стрёмная до делов. Я вот с Дашей согласен на 100%. Обнаружен груз. Тут у нас кнопень. Нет, нет, думал тоже кнопка. Ну что ж, мякаем. Ракета, блин, поржавела. Тогда не запустили, а сейчас уже на ржавом баракле запустили. Снаряд зафиксирован. Все начинает пищать, скрипеть. Музыка, это нехорошо. Да, музыка стала стрёмная. Вот эти сигналы, пи-пи-пи-пи-пи. Кэтрин, скажи что-нибудь. Кэтрин, болтай. Рука его, это просто песос. Дело в том, что мы все-таки, ты говоришь, Outlast не такая стрёмная, вот, Антоха. Просто дело в том, что, ну как, и мы ее проходим, ну, это ж я как бы играю. Мы болтаем, тем более, это уже последний эпизод с Аней. Потому что я уже просто разрывал меня. Oh, don't you worry. You don't operate something like the Omega space gun with your bare hands. You mean, it's a pilot seat? Like back at Omicron? Yes, and we can use it to transfer you to the Ark while operating the gun. Two birds and all that. Now, take the Omnitool and plug it in next to the seat and I'll guide you through the final steps. Играем. Ну, похоже, нам в лаунч, в комнату запуска. Да-да. Говорит, мы просканируемся уже на месте. Ну что, в ковчег не загрузили себя. Ух, вот, я думаю, просто, Антоп, если бы ты играл в я хотел сказать Outlast, если бы ты играл просто Сому сам, то у тебя бы гораздо ярче были впечатления. Ну или если бы я ее проходил без комментов, как я вам и говорил уже не раз на многих видео, которые я писал, что если ты играешь с комментариями, немножко все же, ну, теряется атмосфера, потому что, во-первых, мои комментарии, мое мнение, то есть оно, ну, не то чтобы портится, так, доступ разрешен. Что нам делать? Открывать вот эту дверь? Или она сама как-то... Да, пошла. Вот, поэтому как бы без комментов, если бы она была, я думаю, ты бы больше впечатлений подчеркнул. Но смотрел бы ты ее, неизвестно. Вот она, эта пушка, направленная вверх, фига там. Фух. Блин, сейчас приползет наша макруха или как? Макричка. Макруха, то не то. Блин, все такое просто. Ну да, вау. Все такое красное. Все здоровое, короче, такое, блин. Стрёмное, реально попадалово. Настоящее. Почему знак на двери похож на СССР? Не знаю, потому что это мне он не был похож. Мне кажется, это вы. Ага, вот, он не ту поставили. I'll never get used to that. Guess you won't have to. Not after this is over. Right. Have a seat. Садись. Я боюсь, что мы сейчас сядем, и для нас только все начнется. Меня эта тёлка пугает просто, на самом деле, всю игру. Она тут, наверное, есть Нио, поэтому ее и завалили. Okay, I'll activate the seat.
You should be able to use the machines to load the bullet you assembled. Его левая рука. Управление сделал. How do you operate this thing? Don't know, I never tried this one. But pilot seats are notoriously easy to use, so it shouldn't be a problem. Что происходит? Какого черта я вообще не... О боже, я понял. Это я. Уже управляю. Понял. Вот теперь я точно понял. А говорит, все пилоты разбираются, так что сложного не будет. Удерживаем R2. Друзья, это как, знаете, вот этот вот игровой автомат с игрушкой. С которого никогда не сможешь получить свою игрушку. Так, что-то как-то бочком повернуть. Ой, да, бросай ее сюда. Не, а как повернуть? Стоп. Какие кнопки ты нажимаешь? Все подряд. Тут только R2 работает. Подожди. Вот. Есть контакт, Андрюха. Нормуль, мы выиграли игрушку только что. Ой-ой-ой. Okay, ready when you are. Just hit the button and we're off. But we need to transfer our minds to the Ark. We also need to make sure it launches at all, so I tied them to a single switch. Just push the button and we're off. Все, она вывела все на одну кнопку. На какую? На запуск или на красную вот эту? Или на одну большую. Here we go. No turning back. Thank you, Simon. Время. Don't mention it. It's an amazing thing you did. And I want you to know I appreciate it. Мне интересно, они улетят сейчас? У меня руки, у меня ладони мокрые. Что такое? Я не загружусь. Так, а ее загрузило. Саймон, 10 секунд, я не гружусь. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, you made it! В смысле, загрузилось? О чем мы тут сидим? А, ну да! У нас один Саймон, мы оставили там живу. Я еще тут, я еще тут. Да все. Ничего, все нормально. Они и там, и тут теперь. Как это работает? А вы не слушаете. Вы копия. Just like Simon at Omicron, just like the man who died in Toronto 100 years ago. No, this is bullshit. We came all this way. We launched the Ark. I know it sucks, but our copies are up there. Catherine and Simon are both safe on the Ark. Be happy for them. Are you crazy? We're gonna die down here with those fuckers living at large on a spaceship. They're not us. They're not us. I'm sorry you feel that way, Simon. I'm proud of what we did. We made sure that something of the hundreds of thousands of years of human history survived, that something lives on. No. Fuck this! Fuck you! Fuck this! Fuck you! Fuck you, Catherine! You lied! And I believed in you, and I trusted you! You said we're getting on the fucking Ark! We are on the Ark, you idiot! I didn't lie! I can't be responsible for your goddamn ignorance! Oi, oi. You fuck! Критическая ошибка. Catherine? Please don't leave me alone. Повторите попытку, повторите Catherine? Попытку. Catherine? Какого черта? Конец!
Я в шоке, не бросай меня одного. А что с Кэтрин случилось? Так, сейчас мы будем читать именно послесловие после игры. Ну да, знаете, какая штука? Но он не остался один. Вообще-то я свою копию еще одну сохранил. Помните, когда мы на табуретке сидели и перенесли тело из обычного костюма этого в костюм, который способен погружаться глубоко под воду? Вот, и та копия на табуретке, там же был предложен выбор убить его или, ну, отключить, точнее, батарею питания, или оставить, я оставил. То есть, получается, если он там сам один остался, ему скучно будет, то он вернется к своему корефану, который тоже он. Вот, ну, как-то так. Еще и деваху мы живую последнюю тут тоже отключили от оборудования. Но сюжет нереально крутой. Я не знаю, тут много эмоций, тут много мыслей. Это она так и задумывалась, эта игра, для того, чтобы у тебя оставалось много вопросов после ее прохождения. И ты, ну, как открытый финал это называется. Она отключилась же. Да, я тоже не могу понять, почему она отключилась. Такое впечатление, что как бы я ее загрузил, получается, да? Я эта пушка выстрелила, и они, получается, чем они дальше находили, ну, как бы она улетала, и вот это вот последний ее разговор, как будто она загружена на ковчег, то есть, а мы остались тут сознание, не понимаю. Но хотя, с другой стороны, она сказала, что давай порадуемся, так как, типа, Саймон и она, ну, то есть, правильно, копии их загружены. Ее Кейт, по-моему, зовут. Ты что думаешь? Да у меня просто нет слов. Нет, действительно, такая игра. Вот насчет сознания, она заставляет задуматься. Действительно, вот он остался в этом теле, но его сознание полностью, его сознание, то, что вот он как бы знал, да, оно перемещено, было в ковчег. И, блин, и что вообще это? Да, перенервничала просто. Ага, an extra special thanks to our nearest and dearest for supporting us so hot. Короче, огромная благодарность самым ближайшим людям, которые поддерживали нас. Ну, это разработчики благодарят своих людям, близких, которые поддерживали. Да, близких, которые их поддерживали в создании этой игры. Ну, нереально круто. Что у нас дальше будет? Мы придем в себя и будем путешествовать по базе? Или у нас есть какой... Что это? А? Опаньки, это мы на ковчеге? Что? Что?